Привет, народ! Решил показать вам. Валенки купил себе на зиму. Хорошие, дорогие. Там были такие же, только, знаете, с таким камуфляжем. Те были еще на $60 дороже. Ну, я это самое. Думаю, что мне курей ходить очаровывать камуфляжем? Взял себе обычно такие. Это на минус 40. Есть такие же на... Ну, это на нашу зиму. Это называется Arctic Sport. А есть такие Wetlander называются. Те на минус 30. Ну, я с теткой поговорил, которая продает. Говорит, ну, реально на минус 20, минус 25 комфортно. Так что, говорит, это на весну. А это на зиму. Хотя на весенней была скидка. Ну, по-моему, $60 была скидка. А она мне говорит, ты возьми эти, говорит, у нас скидка каждую неделю или две меняется на разные модели. Возьми, говорит, посмотри, когда будет скидка на эти, ты просто приходишь, у нас есть такой, можно, если ты недавно покупал, то можно прийти с чеком, с товаром, сказать, я вот у вас купил, дайте мне, пожалуйста, цену, по которой вы сейчас продаете, и вам продадут. Matching price называется такое. Если кто не знал, в Канаде такое есть. А во многих странах есть. Вот, так что сейчас одеваем теплые сапожки и идем. Как они на мне выглядят? Модные еще. Ни разу не сделаны. Где мы пойдем? Потому что, честно, в обычных резиновых уже холодновато. Почему холодновато? Потому что у нас зима уже. Да? Чё кричим? Потому что минус на улице. Сейчас минус 3 на улице. Даже тут. Заледенело было, вон собаки пробежали. Следом. Иду сейчас покормить птиц надо. Покормить. Все, они проснулись. Есть хотят. Есть хотим, есть хотим. Вот, и, наверное, пришло время после обеда, после работы убрать из клумб вот это все. Оно цвело. Стоит только так как-то это. Некрасиво. Когда оно красиво стоит, оно весело, правильно? Когда некрасиво стоит, не весело. Ладно, пойду сейчас покормлю. Пришел я за зерном. Тут я зерно храню. И у меня вот такая вот жироловка есть. Вот это коробка для зерна. Пластиковая. И немножко зерна на дне, и туда мыши сваливаются. Мыши, любите зерно? Жду зиму. Вернее, перед зимой, а не осенью. Набиваются сюда. За зерно приходят. Вот поэтому амбар важно. Я в мешках закрытых держу, чтобы они не прогрызали, не воровали зерно. Кажется, да, одна мышка, сколько она унесет. На самом деле, если у них семья там штук много, так могут и мешок за раз. А то. Ладно, сейчас покормлю своих птичек. Сойка прилетела. Кушала желуди. Ну, эти желуди не кушают, они просто ищут каких-то букашечек. Ну, видите, местами уже по ночам замерзает. Круто. Покрывается такой пленочкой. Там где-то солнце встает. Да? Эх, выпустил. Свежо по утрам. Минус 3 сейчас. Тоже был лед, я разбил им. Хорошие тазики, довольно я им.
На тазик она. Какая у нас здесь замерзшая трава. С вишни начали уже опадать листья. Надо будет ее подрезать хорошо весной, потому что вовнутрь там ветки пошли. Ладно, пойду домой, холодно. У нас новые питомцы. Шуша и Пуша. Это Шуша, это Пуша. Вообще они нежные, такие ласковые. Но когда в домике сидят, то так пуф-пуф делают. Прогоняют. Шуша затарахтел. Или затарахтела. Вообще кошек просили, я не знаю, кого нам привезли. Шуша, ты кто? Это Пуша. Правда, очень Пуша такая. Вот такая Пуша. Он говорит, треугольный хвост у Пуши. Не знаю, может, действительно кошки. Вообще не банкетс, то есть предназначенные для жизни на улице. Но они нам достались очень маленькие. На улице уже холодно, поэтому мы решили, что пока они будут у нас в доме. А когда жиру наберутся, пойдут на улицу. Да? Почему мы решили кошек, а не котов? Помните, у нас был Джинджер и Белка. По весне они ушли гулять и не вернулись. С котами так. Когда весна приходит, их не удержишь. Поэтому надеемся, что с кошками будет не так. Потому что сосиска никуда не уходит. Да? Шуша. У Шуши глаз закисал, или она промывала его. Капельки капала, и уже вроде нормально. Вот этот глаз у него записал. Поставили вот такую тут веселилку. Нравится тебе эта веселилка, нет? Или вы это еще не понимаете? Или понимаете? У нее у нас пару дней. Хозяйка их кормила молоком с хлебом, размачивала. Но они это любят. Вот мы валяем там что-то такое. Там яйцо у них, молоко. Вот, сухой корм пока не едят еще. Смешненькие. Делают бардак небольшой, но из этого угла не выходят. Камис тут гуляет. Помоли, еще вино стоит. Ходят в туалет, вот в этот лоточек. Хоть и банкетс, но видите, лоток сразу поняли, что с ним делать. Хотя их никто не учил к лотку. Смешники.
Лилька, кто у нас тут лежит и хвостиком виляет, а? Ой, сладко. Я тебя почухаю. Я ее чухаю, поэтому она так, ой, так, так, ой, делает, да? Я массаж лапок делал только сюда. Как бы тебе папа вот так делал, да? Вот так вот, ой, хорошо, да? Ой, ты моя сладкая. Ну, повиляй хвостиком, повиляй, повиляй. Вот так вот. Грязная ты. Грязная, везде валялась, да? Уже поменяла шерсть на такую, на зимнюю. Летом была такая, скажи. Волосяная шерсть, а сейчас такая. С подшерстком зимним. Не хочет заходить на ночь в дом, да? Я на улице живу. И хорошо на улице. Пока не сильно холодно. Она у нас ночует на улице. Всю ночь койотов гавкала ходила. Всю ночь гав-гав-гав-гав-гав-гав, да? Иди, моя сладкая. Такие животики, вот такие зубы у меня. Если вдруг какой койот попадется, то хрям и все, да? И нет койоту. Или скунс там какой, да? Ну, скунс, правда, вонять будет. Ну, обходят они, она как заходит на смену ночью, ходит, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Так они все убегают, да? Да, мы тут Настю стоим, встречаем, вон едет ее автобус школьный. Вчера я в дом забрал, сейчас Настя туда едет. Настя, что ты делаешь? Я... Обнимаю. Обнимаешь ее? Что? Ай! Я ее люблю. Она тебя тоже. Ты хочешь на нее залезть? Да. Она, по-моему, не очень. Я хочу ее обниматься. Она обниматься хочет, а чтоб ты залазила на нее, по-моему, не очень. Ну, ей вообще нравится, он на хвостом виляет. А, мы обнимаемся, смотри. Угу. Ой, Настюша. Ладно, пойдем, я тебя покормлю. Ай. Пошли. Понедельник. Перевели мы вчера часы, и видите, уже после работы вышел, и уже темно. И солнце садится. Совсем мало времени остается на что делать. Барли, уйди. Я не буду тебе кидать ничего. Сосиска вышла погулять. Погода не очень холодная. Где-то градусов 10, наверное, на улице. Может, 8. Но когда солнце садится, неприятно. Петухи разбушевались. Ладно, что мы тут делаем? Выкопал я гладиолусы. Тут даже на некоторых детки образовались. Надо их очистить, детки убрать. Старые вот такие луковицы снять. Они снизу растут, луковицы. И вот такие вот уже луковицы. Чистенькие, видите, я отсюда убрал донца это. Их чуть-чуть подсушить. Ну, говорят, недели 3 надо подсушить в теплом месте, где-то, чтобы температура была 22-25 градусов. Вот, и когда подсохнут, уже можно это заложить на... Очистить и заложить на зимовку. На зимовку мы будем заворачивать в газетку. И в холодильник. Смотрите, как
такая красивая выросла луковица. То, что вы видите, луковица, это новая луковица. А старая, которую садили, вот она снизу. С нее все выросло. Появились детки и появилась такая вот луковица. Как тюльпаны, зимовать они, к сожалению, в нашем климате не могут в грунте, поэтому приходится их нам выкапывать. И небольшое они, да, их хранить отдельно. Небольшую заморозки не могут переносить, но наши зимы минус 40, к сожалению, не могут. Так что мы сейчас их подготовим к зимовке. А весной посадим.